согласиться и с чьей стороны ждать реакцию, чтобы восторжествовала справедливость и были приняты какие-то адекватные меры, мы даже не знаем, потому что странным образом это все воспринимается вполне адекватно, и никакой реакции на ЖЭК, на то, чтобы они дали адекватную оценку своим действиям и помогали жильцам, а не ставили палки в колеса, нет. Ну вот мы пока узнаем, на каком свете мы живем, и пытаемся перейти в новый статус, что весьма сложно с нашим ЖЭКом, потому что они оценивают все те убытки, которые нанесены от ЭВМаркетом, абсолютно смешные деньги.